Брекзит могут запустить уже через 3 дня. По информации британского издания Daily Telegraph, 13 марта за документ о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС проголосуют в Палате общин и Палате лордов. Затем законопроект должна ратифицировать королева Елизавета II. И 14 марта правительство премьер-министра Терезы Мэй начнет процедуру Брекзита. Если это произойдет, 27 стран, остающихся в ЕС, соберут чрезвычайный саммит 6 апреля.